Приветствую всех вас, дорогие друзья. Меня просят высказаться по поводу ситуации в Курской области. В первую очередь хочу выразить слова соболезнования семьям пострадавших и погибших, давать оценку действиям нашего руководящего состава Министерства обороны будут другие, но за себя хочу сказать, что мне стыдно. Стыдно за то, что у нас русский народ слабо поднимается, очень слабо. Сейчас здесь в строю разные люди, но это лучшие люди нашего отечества здесь сейчас, лучшие мужчины. Здесь и казаки, и вагнера, и те, кто уже отслужил контракты и снова возвращаются в строй. Братья, когда мы все объединимся, вот только тогда мы сможем победить. Только тогда будет очень сильное отечество. Надо подниматься. Те, кто сомневаются, те, кто еще не знает, куда пойти, пишите мне в личные сообщения. Я подскажу, где, в каких подразделениях служат эти мужчины. Где вы будете плечом к плечу с самым сильным духом, с русским духом, самыми крепкими воинами. Поднимайтесь. Многие спрашивают меня, когда там уже все закончится. А вот тогда и закончится, когда все поднимутся. Когда мы все объединимся. Вставайте, люди русские. Вставайте в бой, на смертный бой.